Сердюк это делает. Снова заброс на нападающего. И это гол. Новый тренер. Сегодня советом директоров официально утвержден новый наставник Игорь Черевченко. Тренер уже представлен команде. Друзья, земляки, ждем вас в среду, 8 марта, на стадионе «Балтика». Команда укрепила свой состав и проводит первый матч года. Играем с «Волгоградом Астрахань». Нам нужна ваша поддержка.